Открытие каждой выставки Вячеслава Зайцева всегда событие. Мэтр отечественной моды представил в областном центре коллекцию «Экспромт». Экспозиция открылась в музее Ивановского ситца в рамках 25-го международного текстильного салона. Это постоянное удивление. Удивление, как можно столько работать. Как можно столько работать так творчески. Вот от такого огромного объема обычно начинают получаться такие стандартные вещи, даже для художника. А у него, я имею в виду Вячеслав Михайлович, у него не бывает никаких стандартов. «Экспромт» – это коллекция авторского костюма и фотоживописи от кутюрье. Новая коллекция наполнена королевским изяществом, величием и красотой. Все модели, несмотря на жанровое многообразие, отличают единство и общность художественных приемов. Я очень рада, что наша Иванская земля богата на таланты. И такой гений моды, такой прекрасный художник родом из нашего города, из города Иваново. Я преклоняюсь перед его талантом, перед его творчеством. Он невероятнейшей красоты создает коллекцию одежды, у него прекрасная графика. Эта выставка Вячеслава Зайцева в музее ситца уже 16-я. Именно столько он привозил сюда коллекции на зависть всем другим городам. У нас в гостях были коллеги из Эрмитажа, и они рассказывали нам о том, что они мечтают открыть выставку Вячеслава Зайцева. Они говорят: у вас давно этот проект, а мы только мечтаем. А Вячеслав Зайцев всегда нам говорит: сначала Иваново, а Эрмитаж подождет. Открытие выставки прошло в теплой, практически семейной атмосфере. От имени губернатора Вячеславу Зайцеву вручили диплом, выполненный полесскими мастерами. Очень приятно все, что происходит здесь, приятно с вами. Спасибо всем огромное за Туранское, Туранское, Туранское. Еще одну коллекцию Вячеслав Зайцев представит в заключительный день текстильного салона 18 ноября. Все это вы сможете увидеть своими глазами. Смотрите прямой эфир на нашем телеканале. Трансляция начнется в 11:00.